Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и я все-таки решил пройти третью концовку, убить этого, как его зовут, забыл, как его зовут. В общем, давайте мы просто начнем и не будем думать, просто начнем. Так как это не занимает много времени, я решил, что хуже никому не станет от того. Так, покушайте что-нибудь. Я уже забыл, правда, что тут надо делать. Покушайте что-нибудь. Нужно покушать. Сейчас придрочимся, и получится у нас пройти и убить его. Задание, ложитесь спать. Мы идем ложиться спать, потом мы идем... У нас сейчас включается свет, мы идем включаем свет. Включите свет, мы все помним прекрасно. У нас включается свет. Вот здесь страшный звук. Мы идем спать. Зачем нам включать свет, когда мы идем ложиться спать? Непонятно, для чего это. Мы слышим шум, просыпаемся. В принципе, здесь ничего сверхъестественного и сложного нету, потому что, ну блин, что здесь может быть сложного? Так, найдите источник шума. Ну, в соседней комнате прям вот тут вот. Да? Кронт. Мы идем вон в ту комнату сейчас. Находим первую записку. Идем на кухню, находим. Оп, идем в комнату сразу. Садимся сюда. Не помню, что там было написано, я не прочитал. Я не успел прочитать, потому что ищите подсказки в доме. Я уже нашел подсказки в доме. Сейчас мне надо осталось, то есть найти и найти просто нам надо. Разбудит его мир, то есть к нам кто-то полезет, что ли, через этот портал или что? Где этот музыкант? Музыкант идет. А, уже и бабёк, что ли, ходит? А чё она так рано пошла? Так, музыкант где? Кинжалы, свечи надо будет найти. А чуть дальше-то? Где это все организовывать-то нужно? Я вообще не пойму. Бабёха идет сюда. Или нет, или в соседнюю комнату она пошла. Так, нам нужно дойти до кухни, а потом побежать в туалет. Бросить в туалет все это дело, все, что мы нашли. Мы, по сути, все нашли. Нам осталось только кровь найти. И кровь найти надо, она около этого, около стола, прямо напротив кофейной чашки. Да. В принципе, это ничего сложного в этом нету. Вот, музыкант идет сюда. Бабёха идет тоже куда-то. Так, а музыкант-то где? Стой. А, он пошел в ту комнату, которая соседняя, я понял. Ну, в принципе, что мы имеем? Мы ничего не имеем. Мы просто ждем. Мы просто ждем, пока к нам кто-нибудь зайдет, потом выйдет, мы пойдем вслед за ним. Потому что, ну. Ну просто потому что. Вот, заходит. Музыкант вот тут, для тебя. А вон там вот музыкант, а вон там бабёха. Так, мы ждем музыканта. Мы ждем музыканта. Нам нужно, чтобы... Так, музыкант вон там. Свиньи какие-то орут. Так, музыкант. Ты где? Мы ждем рассвет, офигенно, конечно. Там 5 минут первого на часах. Он меня увидит вот тут? Нажимаешь вправо, он идет назад. Офигенно просто. Бабёха ходит где-то там. Бабёха, вон она. Так. Мы ждем, пока Бабёха пройдет по коридору. Мы ждем очень долго, кстати. Мы могли бы уже все сделать на самом деле, потому что, ну, я что-то очень просто сыкую, так сказать, сделал что-нибудь не так. И просто.
ну, просто проиграть, вот. Я не хочу это этого делать, поэтому я просто буду ждать. Блять, вот он идет. Офигеть, я ссыкую, конечно. Аккуратно играю, капец, просто капец, как аккуратно играю. Вот он идет, ну иди давай уже, елки-палки, он сюда заворачивает. Да зачем ты сюда заворачиваешь, ты здесь уже был, мужик. Я могу, в принципе, вот сейчас вот выбежать, просто побежать. А ты что, до конца не дошел? О, бабёх идет по коридору. Так, этот, а куда он пошел? Я не знаю, куда он пошел. Бабёх сюда теперь заходит. Они друг за другом, что ли, ходят? О, блин. Зачем он туда пошел? Бабёха зашла. Разворачивайся, уходи. Уходи. Зачем ты сюда-то идешь? Ну, ты дура, дура, что ли, елки-палки? Уйди, не мешайся. Она вообще, по-моему, не имеет никакого маршрута, она просто ходит по комнатам. Просто ходит, знаешь, она ходит просто настолько хаотично, что... В тот раз я все сделал за это время. Мы уже 6 минут играем, а еще ничего не произошло. А нам еще убивать его. Нам еще убивать этого Кронта, или как его зовут. Я надеюсь, что он пойдет по коридору. А не зайдет сюда. Просто если он зайдет сюда, то это будет вообще... Все. В портал-то можно попасть, нет? Что-то я подобрал. Чего? Чего? Дай руку-то мне. Свечки я тоже подобрал. Куда бежать-то надо хоть? Свечи я подобрал. Все, в принципе, надо бежать обратно. Нет? Куда бежать-то нужно? Что нужно сделать? Я просто не понимаю вообще. Что происходит-то? У меня меч какой-то из рук. Выйти я никуда не могу. Кристалл какой-то, что с ним? Что мне нужно сделать? На кухню зайти. Я на кухне только единственный день не был, блин. Кухня какая-то странная. Свечки в подсвечнике поставить. Что нужно? Свечки в подсвечнике. Чё, надо? Чё, куда бежать, елки-палки? О! Мир проснулся, найдите выход. И? Как его убить-то, блядь? Что делать надо? Для начала, кто где есть. Музыка, конечно, здорово играет, но что мне надо делать? Вон он идет. Иди сюда. Бабёх! Иди сюда! Шальная, блин. Иди сюда! Серьезно? Вообще столько всего намешано. Вы дурные, конечно, блин. Музыка очень громкая, меня, наверное, не будет слышно, но что ж я могу поделать?
что делается, что происходит, вообще непонятно. Что я сделал, что не сделал. Спасибо, музыку выключили. Вот так радость-то, ёб твою мать. Этот дурачок вот тут вот. Блин, музыку включили, спасибо большое. Иди сюда. Эй! Дура. Как мне её заманить-то, блин, сюда? Она не... Игра кончена, вас съел Кронт. А как мне его убить-то, блин? У меня меч в одной руке, и он шевелится. Непонятно, как что с ним делать-то, блин, нужно, я не пойму. А переиграть. Загрузка. Лодин. Давай, без проблем. Покушайте что-нибудь. Я еще ничего не понял, что надо делать. Так, ладно. Ладно. Мы все вроде как понимаем. Вот я прекрасно все понимаю, что к чему и почему. Просто здесь настолько все сделано коряво, что вообще непонятно. Вот этот шрифт ужасный. Да когда его сделали? Такой поганый. Вообще непонятно. Возможно, он такой, знаешь, типа, охренеть какой неправильный. Типа, охренеть какой выходящий за рамки норм, но... Нахрена мне его делать? Я читать должен, блин, я не понимаю, что тут написано. В конце концов, имейте совесть, блин, разработчики. Вы что делаете-то с игрой? Да я знаю, где он находится. Я его уже 5 раз активировал. 10, блядь, 30 раз активировал. Я знаю, что, куда... Бежим. Бежим в соседнюю комнату. Смотрим записку раз. Смотрим записку два. Раз, два. Так, почитали. Смотрим вон там. Нахрен. Вообще не нужно ничего. Все. Так, это осветить можно. А мне надо в туалет пойти. Все, я в туалете. Делов на 5 минут. По сути своей, да? Казалось бы, что тут может быть сложного? Как этим мечом дираться вообще? Объяснили бы хоть, как им это махать? Я просто не понимаю немножко. Может... Свет включить, пожалуйста, ничего не вижу. Так, здесь очень страшные звуки. Не хочу активировать эту ерунду. Хочу дойти до сюда, посмотреть, что здесь есть. Может быть, нужно как-то, не знаю, замахиваться, блин. На какую кнопку нажимать, чтобы он дрался этим мечом долбанным? Давай здесь порепетируем. Зашибись, конечно, Escape нажал. Классно. На эти кнопки не нажимает. Он вообще ни на какие не нажимает. На тап нету. Инвентаря нету никакого. Вообще нет никаких кнопок, кроме как вот, ну, на LMB нажимать. Ладно, короче, тогда погнали. Ну, туалет. В туалете нам ловить нехрен, потому что нам нужно вот зайти вот сюда. Он заходит сюда, открывается дверь. У него в левой руке меч. Нахрена ты в левой руке держишь меч, если... не знаю, короче... Свечки подобрал, все. На какую кнопку нажимать-то, чтобы подраться? А как его убить-то, блин? Ну что ж такое-то? Thank you.
Просто вот, вот место ритуала. Где хоть кто-нибудь вообще? Вот просто вот. Иди сюда. Просто что это, блин, что это такое? Серьезно? Молодец, Кадзи, ты убил его, и теперь я свободен. Спасибо тебе, проклятие снято, а значит мне пора идти. Прощай. Серьезно, блин? Блин, это вообще трындец какой-то, не игра. Так, ладно. Ну, мы на хорошую концовку прошли тоже. Мы победили, хорошая концовка, отлично. Так, всем спасибо за просмотр. Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.